Утреннюю зарядку со стражем порядка для детей провели сегодня в Первоуральске. Во всероссийской акции, приуроченной ко дню физкультурника, подключились полицейские и школьники, посещающие лагерь в одном из городских дворовых клубов. Это направлено на то, чтобы привить детям любовь к физкультуре, любовь к спорту. Также развить некоторые качества, такие как самодисциплина, выносливость и решительность. Судя по их реакции, можно заметить, что детям очень нравится. Они смеются, улыбаются, вовлечены в этот процесс. Необычный урок физкультуры начался с разминки. В роли спортивного наставника выступил инструктор по боевой физической подготовке Первоуральского МВД. Полицейский показал школьникам комплекс упражнений, с помощью которых можно зарядиться энергией на весь день. Как говорят сотрудники правоохранительных органов, акция направлена и на то, чтобы у детей формировалось доброе отношение к стражам порядка, чтобы они понимали, полицейские не только ловят и наказывают преступников, но и могут оказать помощь. Всего в зарядке приняли участие порядка 30 школьников в возрасте от 7 до 12 лет. Вообще мне понравилась вся зарядка, потому что она была довольно-таки веселой. Это все надо для того, чтобы быть в спортивной форме, а не для того, чтобы там сидеть на диване. Или там что-нибудь надо будет поднять с пола, у тебя нет гибкости, и ты даже ничего поднять не сможешь.